Всем доброго времени суток, друзья! Я вас приветствую. В сегодняшнем ролике я покажу, как можно при помощи декоративной краски и трафарета изобразить что-нибудь интересное на не совсем интересной поверхности. Итак, что понадобится? В первую очередь понадобится поверхность. У меня это гипсокартон, предварительно подготовленный, выкрашенный в нужный мне цвет. Также понадобится лава торговой марки Fadal в базовом цвете, вот такой вот перламутр, и вот такой вот светло-красный рубин 110. Итак, в первую очередь берем магию в базовом цвете. Можно взять, можно взять ту же самую лаву, там, я не знаю, или какую-нибудь другую декоративную краску. Она нужна всего лишь для базового фона. Итак, берем краску, губку, и переносим методом торцевания поверхности материал на поверхность, предварительно его разглаживая по всей плоскости. Так, слегонца, скажем так, втирая его в поверхность, можно изображать какой-то узор впоследствии нанесения. В общем, создаем фон. Как-то так. Теперь ждем до полного высыхания и приступим к следующему этапу нанесения декоративной штукатурки. Показываю ближе. Вот такой вот легкий перламутровый оттенок с такими вот переливами будет иметь базовый фон. Так, трафарет, который будет использоваться, вот такие вот рисуночки, такие цветочки. Так, подложечный слой уже высох. Сейчас я разместю трафарет и покажу вам, как он будет выглядеть уже размещенный. Итак, трафарет я уже закрепил, сейчас приступлю к переносу материала на поверхность. Переносить буду в хаотическом порядке, так как мне нравится 5 цветовая палитра на мое усмотрение. Трафаретный слой декоративной краски уже подсох. Сейчас при помощи базового цвета, лава в базовом цвете, я кое-какие элементы осветлю, чтобы такое, придать ему более такой вот двухтоновый оттенок.
при помощи пластиковой кили приглаживаем верхний слой, который был нанесен при помощи губки. Вот, и выводим все в финишный этаж, финишное покрытие уже такое. Вот такой вот рисунок и вот такой вот эффект получается при помощи трафарета, тонкослойной декоративной краски торговой марки Fade, вот, и немножечко воображения. Такой вот декорчик. Идея для декора. Очень красиво, вот, и интересно переливается под разным освещением, под разным углом обзора. Местами очень ярко, насыщенный цвет, а местами он тускнеет. Вот интересный такой эффект создается. Ну а на этом пока что все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Вот, возникнут какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пишите их в комментариях, с удовольствием отвечу. Вот. До скорой встречи.